видископ. Одним из самых интересных противостояний является матч между Вашингтоном и Чикаго. Игра разных по стилю команд. Вашингтон делает упор на защитную линию, на доминирование их стартовых защитников Джона Уолла и Брэдли Била. Чикаго больше ориентирован на защитный баскетбол и на игру своих больших Ноа и Газоля. Будет очень интересно посмотреть, как эти две команды будут соперничать. Вашингтон играет дома и, конечно же, является неким фаворитом этой пары. Но Чикаго, как показывает этот сезон, ну да, и предыдущий тоже, он одинаково хорошо может играть как дома, так и на выезде. И, может быть, главным фактором в этой паре может стать, вернется ли Деррик Роуз в состав Bulls. Потому что, каким бы ни был хорошим Джимми Батлер, как бы не отработал в защите Кир Хайнрих, но наличие Роуза делает Чикаго там на 20-30-40% сильнее. Если не будет Роуза, то Вашингтон должен забирать эту игру, но в борьбе, и мне кажется, что до самого конца четвертой четверти мы не будем знать победителя в этой паре, и все решится, пожалуй, в последние две минуты. Витископ. Спортивное видео.